Все в одном месте. Квалифицированные врачи, обследование на современном оборудовании, а при необходимости – лечение. В консультативно-диагностическом центре эндоскопическое отделение открылось совсем недавно, но его работа уже дает свои плоды. Поток пациентов в медучреждении ускорился, по оценкам медиков, вдвое. В области такой центр заработал впервые. У нас работают 4 врача-эндоскописта, врач-проктолог. Врачи все подготовлены, в рамках отделения даже работает и врач, кандидат медицинских наук. То есть качество исследования, ну, в общем-то, мы уже можем гарантировать сегодня нашим пациентам. В скором времени начнет прием врач-гастроэнтеролог и, возможно, диетолог. В отделении работает администратор, который решает все вопросы по обследованию. Теперь пациенты, минуя окошко регистратуры, могут сразу подняться на 5-й этаж и записаться на прием к врачу. Молодые специалисты отмечают, работа на таком оборудовании одно удовольствие. Быстро, эффективно и высококачественно. В отделении 3 эндоскопических колонки и 1 колоноскопическая. Процедуры для пациента проходят с минимальным дискомфортом, а результат обследования выдается в самые короткие сроки. В данном случае представлен ультратонкий гастроскоп, в котором мы осматриваем пищевод, желудок, 12-перстную кишку. В основном этот гастроскоп используется для исследований у пациентов, которым невозможно пройти обычным стандартным эндоскопом через пищевод, например, то есть при стенозе каких-то раковых опухолей. Да? Мы можем взять всегда тонкий гастроскоп, пройти и посмотреть, что дальше в желудке у нас происходит. Кадровых проблем нет. Высшее звено укомплектовано почти полностью. Елена Дувалина окончила Владивостокское высшее медицинское заведение. По профессии хирург. От заманчивого предложения работать в новом отделении не смогла отказаться. Говорит, что ее специализация очень деликатная, но важная для диагностики. Если возникают сомнения, рядом всегда опытные коллеги. Я здесь не единственный специалист, у нас есть и коллеги старшие, к которым всегда можно обратиться. Это городская больница, областная больница. Все всегда помогут, они абсолютно всегда идут на помощь, отзываются. Специалисты принимают в день более 30 пациентов. Эндоскопическое отделение работает ежедневно. 2 смены врачей с 8 утра до 7 вечера, включая выходные дни. Диагностику здесь каждый может пройти бесплатно. Достаточно предъявить медицинский страховой полис и паспорт.